центра Лук, когда миротворцы закрыли туда путь. Ходят слухи, что ренегаты собираются Этого не может! Как ты это сделал? В чем подвох? Просто я быстрее тебя. Больше ты не молния, Сэдио. Это еще не все. Я буду тренироваться, и тебе тоже стоит. Увидимся у водонапорной башни, придурок. Ну не
сукали, а? Я не хотел. Ты труп. Не уйти. Твое убийство будет вкусно. Я слабый. Отпустите меня. Спасибо. Я очень не хотел так умирать. Yeah.
Профайл Чпокера. Знаю того, кто заинтересуется. Из-за дурацкого карантина всего центра. Торговля кристаллами настоящая спекуляция. Вот поэтому она... Ага. Теперь у меня будет свой профайл Чпокера. Сейчас стоит на самом деле. Интересно, что творилось в Централ Луп? Когда миротворцы закрыли туда путь. Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Тебя не беспокоит плесень? У тебя глаз наметан. А ты знаешь толк? Да.
Здесь тебе всегда рад. Что это вранье? Что есть солнце, как ни око, ни бес. Значит, похоже, все в порядке. Если крыши нынче станут... Проблемы Велидора. Я нашел фальшивые профайлы. Теперь покажи мой портрет. Вот, вылитый принц. Твой профайл чпокера. Смотри. Возвращайся позже, если хочешь узнать, кому понравился твой профайл. Воду не давал. Я этот пилигрим. Чё шумишь? Так это ты? Здорово. Мы получили свою норму, но Мария хочет истратить воду на мытьё головы. Потому что я, блядь, уже не выдерживаю. Если ты довольна, что у тебя волосы как солома, это не значит, что я... Я просто хочу полить растения, Мария. Какой прок от чистых волос, если ты с голоду сдохнешь? Сегодня дождь пойдет. Точно? Вот переведешь на них воду, а потом пойдет дождь. Растениям много не нужно. Вот насколько тебе насрать на мои нужды. Решение есть. Что если сперва помыть волосы, а потом полить этой водой растения? Ни за что, мыльная вода им повредит. А микробы повредят мне. Да, мыться каждую неделю роскошь, но личную гигиену надо поддерживать. А если использовать растительное мыло? И где его брать? Точно не знаю, но у вас есть сад. А я слышал, что из некоторых растений можно сделать мыло.
имеет смысл. Если будешь мыться мылом на растительной основе, сможем использовать эту воду для полива растений. Надо полистать наш старый справочник растений. Можно. Спасибо за помощь, Пилигрим. Снова. Пожалуйста. Доброй ночи, Эйден. Спасибо. Меня зовут Вош. Эйден. Помочь врагу – это благородно. Ты мне не враг. Но сейчас мы, как говорят, по разные стороны баррикад. Если речь о зараженных, мы на одной стороне. Что ты здесь делаешь? Боюсь, что это тайна. Значит, ты лазутчик. Выдать тебя местным? Ладно, я расскажу. Это тайна. Но не военная. Я должен был встретиться с девушкой, с базара. Что-то никого нет. Кажись, тебя продинамили. Это не свидание. Мы хотели сбежать, выбраться за стены. Это не так-то просто. Мы бы нашли способ. Почему ты хочешь уйти? Хлое надоело, что на базаре вечно всего не хватает, особенно воды. Но теперь на базаре есть вода. Хлоя еще не знает. Она живет за базаром. Так сходи к ней и расскажи. Хорошо. И у меня к тебе просьба. Можешь зайти к Лиз, подруге Хлои. Она часто там бывает. Дом 25 по Вутеринг Мьюз. Третий этаж, над вегетарианским рестораном. Рядом с больницей. Я попробую. Спасибо. Свяжись со мной, как доберешься. Yeah.
ранен! Мне нужна помощь! А, черт! Зараженные прорвались! Я ищу Хлою. Зачем? Ее здесь нет. Вож, Хлои здесь нет. Дома ее тоже нет. Эйден, она должна быть у Лиз. Больше ей некуда идти. Куда ты собираешься? Не твое дело. Хлоя ушла. Совсем ушла. Ты понял? Скажи Вошу, чтобы забыл о ней. Хлоя ушла без него. Ушла? Или собирается уйти? Я так понимаю, с тобой? Возможно. Зачем? Вода же появилась. Вчера они дрались из-за воды. Завтра будет что-нибудь еще. Здесь постоянно льется кровь. С нас хватит. Мы хотим поискать другое место. Мы... Это ты и Хлоя? А как же Вош? Вош? Мы его использовали. И все. А теперь он идет нахер. Я ничего не мог поделать, Хлоя. Вош? Хлоя. Постой. Так это Хлоя? Я рядовой. Никто мне не говорил, что будет. Прошу, не уходи без меня. Позволь пойти с вами. Лиз не согласится. Так уговори ее. Эйден, прошу, скажи что-нибудь. Ты же знаешь, как там за стенами. Вам никак не выжить за стенами. Вдвоем, втроем, неважно. Вы не знаете, куда лезете. Можно остаться здесь, Хлоя. Теперь вода есть. И что? Я хочу уйти. Как вы обойдете миротворцев? Придумаем что-нибудь. А как выживете без УФ-фонарей? Ты прав. Весь этот план с самого начала был глупостью. Это значит, ты останешься? Я останусь. Но я больше не хочу тебя видеть. Что? Ты был средством для достижения цели, Уош. Если мы останемся, то это конец. Но, Хлоя, все должно было быть не так. Прости. Чтоб тебя, Эйден! Спасибо за совет. Не знаю, о чем я думала. Я не хотела ранить его, правда. Сейчас я хочу побыть одна. Мне нужно многое обдумать.
Не могу передать словами, как я тебе благодарен. Вот, возьми.
Ты здесь ради профайла Чпокера? Для чего тебе нужен Чпокер? Ты о чем? Ну, некоторые приходят сюда лишь по одной причине. Было бы неплохо с кем-то познакомиться, а дальше посмотрим. Вот как ты думаешь? Мило. Может, прогуляемся? Слушай, можешь иногда смотреть за моим сыном? Его зовут Мо. Погоди, что? Не хотел бы посидеть с ним немного. 13-летние подростки, ведь ничего. Лучший возраст. Мог бы показать ему трюки из паркура, боевые приемы. Знаешь, Мо нужна ролевая модель. Чпокер тебе нужен, чтобы найти няньку ребенку? Он не ребенок уже. Ты не слушал. В общем, как я уже сказала, мне предложили работу на ферме. Как насчет сумки картошки в час? Уверен, Мо неплохой пацан, и я бы даже не против тебе помочь, но я и так сейчас слишком занят. Конечно, Эйден. Я понимаю. Удачи в делах.
Мой дедушка работал шахтером на карьерах к югу от старого города. Эти туннели сейчас не шахтеры. Так, теперь срежь угол. Все мои тыквы. Кому это интересно? Ты трещишь, чем как сорока на дереве. Не откажусь. Да, возьму. Всегда пригодится.
А ты не ходишь вокруг да около. Тебе понравится эта прелесть. Навести меня как-нибудь. Моя бабушка клала каштаны под матрас. Это что, шутка? Сомневаюсь. Рядом контейнер с ингибиторами. Thank you.
Привет, пап. Что-то мне нехорошо. Сегодня мне впаяли эту первую дозу. Оказалось, за мной давно уже приглядывают. Стащили мои досье у миротворцев, узнали мою группу крови. А потом Киллиан меня завербовал. В вакцине у них какая-то дрянь, они ее ингибиторами называют. Смесь антизина и производного от THV. Говорят, вакцина убивает большинство подопытных. И только немногие становятся ночными бегунами. Избранными. Теми, кто выжил. И я теперь среди них. Киллиан говорит, у меня невероятно устойчивый метаболизм. Скоро я буду... как он. Прыгать по зданиям, как ебучий кузнечик. Так и вижу, как ты головой качаешь. Наверняка сама идея вакцины тебе противна. Но нужно мыслить шире. Мы можем сделать что-то важное. Стать светом во тьме. Так Киллиан говорит. Через пару дней мы выдвигаемся в темную зону. Мне не страшно. Ни капельки, пап. Да я жду не дождусь. Вот и хотел сказать тебе об этом. А, ладно, мне пора. Thank you.
еще видел это? Серьезно? Живым ты отсюда не уйдешь.
Что творится в Central Loop, когда миротворцы закрыли туда вход? Я дал тебе денег, убить вовремя. Ты что-то делал? У меня была хорошая карта. Откуда мне было знать, что они шулеры? У тебя хорошее чутье, мой мальчик. Отличное качество. Приходи еще как-нибудь, ладно?
похож на грешника. Это безумие, Софи. У миротворцев больше оружия и людей. Они раздавят нас. Пусть так, но у нас преимущество. Мы на своем поле. На своем поле? Ты спятил? Я запрещаю. Пока я главный, никто не нападет на миротворцев. Ты больше здесь не главный. Что? Ты не лидер, Карл. И никогда им не был. Из-за тебя мы потеряли людей. И кристаллы. Ты сам чуть не погиб. Моя мать хотела базару свободы, а не рабства у миротворцев. Я хочу восстановить здесь мир. Ты можешь мне помочь или уйти? Роджер, Хамфри, арестовать их! Что вы делаете? Они хотят предать базар! Роджер! У тебя больше нет власти, Карл. Хочешь быть похожей на свою мать? Ты прольешь кровь, Софи! Реки крови! Карл прав. У нас нет шансов в открытом бою. Софи! Какого... Поэтому сначала мы должны их ослабить. В смысле? Мы отключим их основной источник электричества. Без ультрафиолета Айтер не сможет защитить свою базу. Они будут вынуждены уйти из туннелей и потеряют арсенал. Как это поможет мне попасть в Central Loop? Когда силы Айтера будут подорваны, он отойдет за подкреплением. Тогда ты сможешь попасть в Central Loop, Эйден. Но сначала мы должны взорвать ветряк. И последнее. Пока Айтер не пронюхал. Барни, собери людей. Будьте наготове. Роджер и Хамфри, идите в арсенал. Раздайте оружие всем, кто может сражаться. А ты, Эйден, иди к Альберто и Винченцо. Они все расскажут. Ладно. Единство и свобода, Эйден. Вместе мы победим. Сегодня много заказов. Эй, Альберто! Новая броня слишком хрупкая. Явно сделана не для людей. Ага, слишком тонкая. Невежа! Панцири жуков отлично защищают. Это тонкая работа. Сделана из самых качественных материалов. Сделана из... Ой, я вижу, как у него из ушей валит дым. Берегись, сейчас взорвется. Из титана. Мы нашли немного титана и укрепили им броню. Поэтому она легче и лучше защищает. И не будьте такими мудаками. О, чего сразу не сказал? Проверим. Спасибо, Винченцо, не стоило. Ах, ерунда, пап. Ах да, насчет тебя. Эти два олуха забрали два последних титановых жилета. Я не за броней. Я от Софи. Вы должны рассказать о каком-то плане. О плане? О моем плане? Карл согласился? Карл согласился! Ты слышал это, Винченцо? Не Карл. Софи. Расскажете или мне угадывать? Ветряк. Мы снесем ветряк. Точно! Большой ветряк, который подает электричество в штаб миротворцев. Но сначала нам нужны заряды, которые Джек и Джо оставили в водонапорной башне. Ты принесешь их нам, Пилигрим? Как только мы его взорвем, все ультрафиолетовые лампы в их штабе погаснут.
И тогда зараженные нападут на них. Старый Велидор снова будет свободен. А ты... тебе... будет открыта дорога в... знаешь, мимо химических отходов, как это называется? Central Loop. Central Loop! Правильно! С чего взяли, что миротворцы отступят, а не дадут бой? Потому что папа проектировал этот ветряк. Он знает его как свои пять пальцев, и это единственный их источник питания. Без него миротворцы не переживут ночь в старом Велидоре. Но мы должны действовать быстро, пока миротворцы не раскрыли наш план. Итак, ты с нами? Ясно. Значит, у фэшки миротворцев работают от ветряка? Да, именно так. Погибнет много людей. Только если миротворцы не развернутся и не отправятся туда, откуда пришли. Они отобрали у нас этот ветряк. Он был нашим. Лукас и его люди, они... когда они пришли, они... Черт! Захватили. Точно! Они захватили его. Без электричества они все уйдут. А у нас есть генераторы. Небольшие источники питания. А им... нужен большой источник питания. Айтер отступит. И до того, как они вернутся из Central Loop с подкреплением, мы перекроем туннель. Их командир, Джек Мэтт, не станет рисковать сражаться и с зараженными, и с ренегатами. Старый Велидор снова будет нашим, а ты попадешь в центр. Ладно, сделаю. Супер. Тогда иди к водонапорной башне. Нам нужны заряды, которыми Джек и Джо собирались ее взорвать. Свяжись со мной оттуда. Мы должны взорвать этот... ветряк. Да похуй. Люди всегда чем-то недовольны. Мы живы. Остальное ерунда. Что произошло? Что происходит? Миротворцы. Они искали у нас оружие. Нашли коктейли Молотова и взбесились. Начали убивать всех подряд. Похоже, нас подставили. Кто? И где бомбы для Альберта? Нам удалось отправить несколько штук. В последний раз посыльные выходили на связь у Старсквер. Альберто, заряды пропали. Я иду на Старсквер. Там выходили на связь. О боже. Точно. Эйден. Да. Будь осторожен. Рад тебя видеть. Нас кто-то сдал. Найди заряды. Без них нам не осуществить план. Делаю, что могу. Я на связи. Что, прости?
Чарует заварушка. На вас напали миротворцы? Они обыскали все и вся, и так и нашли бомбы. Кто-то им рассказал. Они все забрали? Не знаю. Что-то внезапно их спугнуло. Что? Где заряды? Эй! Ну, они были во дворе. Идем. Может, там чего осталось? Тебе повезло, что явились зараженные. Все разбежались и, кажись, оставили бомбы. Не знаю, чего они их не утащили. Прямо под носом же были. Дебилы. Thank you.
Альберто, заряды у меня. Чудесно! Великолепно! Так чего ты ждешь? Возвращайся! Я иду. Где твой отец? Вот ты где! Только два? Спасибо миротворцам. Черт ты их подери! Из-за этого предателя наш план под угрозой! Нужно действовать быстро! О, нитраты! Нам нужно удобрение. Тогда мы сможем изготовить взрывчатку. Старые ночные бегуны. У них все есть. И уж точно то, что нам нужно для бомб. Я знаю одного парня. Живет на крыше. Друг, враг, когда как. Киллиан, знаешь его? Друг Хакона Киллиан? Да, Киллиан. Я объясню, как... Ну, как... Дорогу знаю, спасибо. Во имя тысячи фейерверков! Поторопись, пилигрим! Я уже много месяцев не видел детей. А я все твержу, что зима близко. Киллиан! Киллиан! Это Эйден! Ты там? Киллиан!
Есть. Альберт? Это Хакон. Это наверное, тогда... Винченцо? Я тебя еле слышу. Миротворцы! Они здесь! Не могу говорить. Предатель! Он всех нас сдал. Эйден, папа, пошел к ветряку. Найди его там. Я подойду, как смогу. Ты обязательно передай ему удобрение. Окей, постараюсь. Но поспеши. Никак от них не отделаюсь. Они повсюду, Эйден. Еще один патруль. Вам придется все сделать без меня. Иди к моему папе. Я буду на связи. Я и твой отец? Думаешь, идея хорошая? У нас нет выбора, Эйден. Быстрее! Прошу! Этот план очень важен для папы. Не знаю, заметил ли ты, но папа немного неловок и недооценен. Это его шанс показать Карлу, Софи, всему базару, из чего он сделан, на что он способен. После этого он станет героем базара. Он всегда хотел совершить что-нибудь значимое. Именно этого я и боюсь. Я буду на связи. Прием. Винченцо, прием! Эйден! Это ты? Винченцо, не слышу тебя. Работает! Должен... Что? Что я должен сделать? Это... Принес удобрение. Ты справишься? Конечно, справлюсь. А если нет, я всегда могу попросить Винченцо. Ветряк создает слишком много помех. Рация не работает. Ну, тогда я все определю сам. Это проще простого. Ты уверен? Он все мне объяснил. Расслабься. Мы с тобой сделаем... Нет причины нам не сделать... Хорошо. Как я сказал, проще простого. Бомбы готовы. Твой черед. Прикрепи заряды к местам, которые отметил Винченцо. Бомбы. Что может пойти не так? Легкотня, да? Да, именно. Как я сказал, проще простого. Бомбы готовы. Дамы и господа, позвольте представить Юджина Киркланда, председателя профсоюза автомобильного завода «Динамо Моторс». Сотрудники «Динамо Моторс». Как вам известно, Совет Человечества сегодня опубликовал декрет, который позволяет армии занять завод. Уверен, многие из вас беспокоятся по этому поводу, что естественно. «Динамо Моторс» — наш дом. Он позволяет нам обеспечивать кровом наших близких. Но то, что происходит сегодня, делается ради общего блага. Ради высшей цели. Ради всех нас. От этого зависит
будущее всего человечества. Во времена, когда нас так внезапно накрыла тьма, в нашей власти пронзить ее лучами света. Дай бог нам храбрости. И когда завод превратится в солнечную электростанцию и даст городу энергию, вы снова почувствуете себя здесь как дома. Я знаю, что многого прошу. Но мы думаем о вас, мы сохраняем для вас рабочие места. А вы подумайте о том, как поможете своим соседям, если примете необходимые перемены. Пора творить историю. За нами наблюдает все человечество. За работу. Поторопись, Эйден. Мы должны довести наш план до конца.